После завершения рабочего визита в Крутихинский и Панкрушихинский районы губернатор края Виктор Томенко обсудил с исполняющей обязанности главы Каменского района Евгения Гордиенко отопительный сезон и состояние дорог в муниципалитете. Благодаря работе правительственной комиссии, выделенной по решению губернатора субсидии в 50 миллионов рублей, район прошел зиму без сбоев. Местные власти совместно с Минтрансом региона разрабатывают программу ремонта дорог. Эта тема волнует и общественников. Узнав о приезде губернатора, в администрацию района пришла группа горожан. Они заявили, что много раз сообщали о городских проблемах в разные инстанции, но в ответ получали лишь отписки. Участники встречи договорились, что каменцы составят подробный список вопросов и предложений. Документ передаст правительству. Правительство их представитель Антон Новиков. 19 марта он проводил в Камнинабе одиночный пикет. Предложение каменской общественности он обсудит на встрече с губернатором. Рабочая поездка Виктора Томенко в Каменский район запланирована на вторую половину апреля.